Они переходят на половину поля гостей. Кислицын. Неточная передача, и может получиться перспективная контратака у Иртыша. В Карлос Фонсека прострел нужен на левый фланг. Стамельгович, гол! Счет открывает гости. Карлос Фонсека великолепным проходом снабдили его мячом. И Фонсека сам проносится вперед и с правого фланга наносит неотразимый удар. Стаменкович пытался мяч вытащить из-под левой штанги, пытался помешать мячу, пресечь этот выстрел поворотом, но ничего, оберегать, что ли, встречать, работать с ним персонально, ведь он очень и очень опасен в этих своих скоростных забегах, в контратаках. Карлос решил, что может ситуацию решить и сам, ну и как мы видим, успешно. 0-1.